Мне когда пишут про жилье в Америке, вы имейте совесть, пожалуйста, а? Когда мне пишут 2-3 тысячи стоит жилье в Америке снимать, это в Нью-Йорке, это очень дорогое жилье стоит снимать 2-3 тысячи. Вы тогда, когда про Россию мне пишете, вы тоже пишите только про самое дорогое жилье в Москве, про одно из самых дорогих. Конечно же, в Нью-Йорке есть еще и дороже, гораздо 2-3 тысяч. Но 2-3 тысячи – это не стандартное жилье в Америке, это очень дорогое жилье в Нью-Йорке сейчас. Сколько стоит очень дорогое жилье в Москве? И давайте посмотрим, какой мрот, например, в Златоусте. В Агаповке, в Магнитогорске. Выплаты по страховкам, между прочим, тоже разные. Я вот не знаю, сколько у меня с моих вычетов берется за страховку. Ну вот нет у меня такой графы. У меня просто в профсоюз вычитается и все. Питание может быть, кстати, гораздо дороже, зависит от того, как и где вы питаетесь. Там вообще огромный просто разбег. Ну, коммунальные, я бы не сказал, что много. Это газ и свет. Все остальное входит в аренду. Ну, кроме интернета. Мобильный $30 в месяц. Интернет $30 в месяц. Wi-Fi. Все. Ну, вы тогда говорите про самые дорогие цены в Москве тогда. Хорошо? И тогда будем говорить про стоимость жизни в России. Потому что это некрасиво получается. Это сову не на глобус уже, а на что, не знаю... На бульдозер, получается. Ну, некрасиво так. Ну, совесть-то имейте. Нью-Йорк – это один из самых дорогих городов США.